Иванович. Платье такое красивое, стразы вообще такие. Смотри еще. О, здорово! Ты прикинь, что вчера. Вот тут-то мы их уже не отпустили. Итог 5-3. И мы чемпионы. Смотри. Шею свернешь. Ань, какой же он классный. Ну, если он тебе нравится, так замути с ним. Да ты что? Я в жизни первая не подойду. Я же девочка. Ира такая прикольная, да? Я все замутил. А что тебе мешает? Ты что? Чтобы я первый? Я что, тряпка? Ей надо, пусть сама и подходит. Ну, она вообще-то девочка. Ну, а я мужик. Еще бегать за ними не хватало. Разве что ты подойдешь? Там от моего имени. Я? Девчонки, привет. Привет. Ира, можно тебя на пару слов? Чего тебе? Говори. У меня от подруги секретов нет. Ира, ты нравишься моему другу. Есть предложение сходить куда-нибудь после школы. А у твоего друга имя есть? Да, его зовут Сергей. А сам-то что не подошел? Так он это, занят очень. Понятно. Я подумаю. Ну, я пойду. Иди. Ты слышал? Он на меня запал. Что делать? Надо дать ответ. Скажи ему, что он тоже тебе нравится. Ты что, с ума сошла? Ты пойдешь. Я? С чего это я? Ну не я же. Он-то ко мне не подошел. Ну будь подругой, а? Я же девочка. Я вообще-то тоже, если ты не заметила. Ну, если тебе трудно мне помочь. Ладно, что передать? Скажи, что... Поняла? Хорошо, я передам. Иди. Нет. Сходи ты, а? Будь другом. Ай, ладно. Привет. Привет. Моя подруга Ира просила кое-что передать твоему другу. Ох уж эти влюбленные. Говори, конечно, я передам. Ну, в общем... Одним словом, она согласна. Сегодня вечером он может пригласить ее в кафе. Хорошо, я передам. Ну, я пойду. Ну, все, передала. Кафе? Я вообще-то не собирался тратиться. Я думал, мы прогуляемся. Я ее домой провожу. Что, боишься разориться, угостив девушку мороженым? Может, я вообще в кино хотел сходить? Там, кстати, боевик. Сейчас классно идет. Ну, своди в кино. Какая разница? Ну, ты передай, что я зову ее в кино сегодня вечером. А сам что, не можешь? Ну, ты мне друг или нет? Я бы для тебя передал. Ай. Ну, пожалуйста. Серега просил передать, что приглашает Иру в кино и будет ждать ее у кинотеатра в 6. Хорошо, я передам. А фильм какой? Не знаю, боевик какой-то. Ладно, я пойду. Пока. Пока. Ладно, понял. Все, передал. У кинотеатра в 6 она будет ждать. Прикинь, мне только что мама позвонила.
Она меня записала на прием к врачу сегодня, так что я не смогу. Но она же будет ждать. Так вот и передай ей, что я не смогу. Что? Кино? Да еще и боевик? Я же сказала, где мы встретимся. Либо в кафе, либо нигде. Так ему и передай. Но он же будет тебя ждать у кинотеатра в 6. Вот сама с ним и иди. Привет. Привет. А мой не смог. А моя не захотела. Может, тогда сами сходим? С радостью. А можно нам 2 билета? Смотри на меня и делай, как я. Друзья, мы улыбаемся.